Хрен, по поводу скажите. ФРВ, по поводу ФРВ, высокие, маленькие, какие они? Нет, я не пойду. У них ФРВ забивные. Один должен быть. Блять, я спрашиваю, высокие или маленькие, блять. Ребят, пожалуйста, смотрите ихнюю игру в центре. И выбрасывайтесь, знаете, наверное... Товарищ Гриб, встаньте на позиции. Чуть-чуть выше нашей штрафной, где-то метров, наверное, 5-10 даже. Вот с этого момента надо выбрасываться на них. Олег, вы доходите до этой точки. Встань на позицию, мы вызываем их уже. Блять. Все, кэп, Коля. Ребят, давайте, у них там это... Короче, давайте, надо просто их выиграть. Давайте побыстрее просто играть будем. Не будем медлить, блядь, как мы сейчас какую-то начали резину катать по слепому полю, блядь. Посмелее, побыстрее, блядь, играем. Будем медленно играть, мы получим, блядь, по щам. Колян, поехал. Колян, вызывай, я не готов. Гоу-гоу, армейцы, гоу-гоу. У нас сейчас, по сути, игра в центре не будет получаться, потому что у нас... Мы не умеем выходить центра. Хуя ты перец. Давай, главное точнее играть нам сейчас. Короче, я так понял, ты сейчас призвал не позвучить. Олег сейчас засрал центр перед началом игры. Хуел, блядь. Да ладно, все, ребят, все. Я знаю, что я уверен, ребят. Не нужно на это обижаться. Олег, за дальним следи. Сосиска убила. За дальним бить им вообще. Стараемся просто не давать им бить, блядь. Ебаные их не лангшоты, нахуй. Давай, собрались. Ребят, эту игру надо вытащить. Давай, поехали. Мы давай, ребят. Надо постараться. Ее вытаскивать. Мы еще не летим. Все, вот все. Давай, поехали. Всем удачи. Давай, Вить, прессуем по-своему. Ни раз не выбрасывайтесь. Забегай, забегай, смотри. Хорош, Тихон. Спокойно. Саня, забегай, все время забегай. Можете на него закидывать. Я закрыл. Че тебе пытаюсь? Пизда, бля, в одно закрыл меня, пидор. Давай, так, это касса. Ум, хорош, забей. Смотрите, смотрите, фланг. Ближних, ближних, ближних. Я возьму это. Все по цветным судьям. Блять. Хорош. Не торопимся. Ривалда, освобожу позицию. А, блять, у нас же не Ривалда. Хорош. Я ближнюю. Ближнюю, дальнюю, давайте. Старый темп и защиту, чтобы вернулись все. Третий назад, ребят. Все. Вы то есть при исключительно угловых отстаньте от меня. Пешком приду, как Широков. Так, а мы что, все время будем разыгрывать? Пока что разыгрывать. Интересно. Разыграйте, но есть проблемы. Ну, ребят, ну так я не разыгрывают угловые. Вы что, смеетесь, что ли? Там отскок был, в смысле, не разыгрывал. Блять, ребят, давайте. ЦЗ тоже сюда так, приходит. Не просто так. Ты лишнее говоришь. Ближних смотрите. Ближних смотрите. Хорош сек. Коль, до конца с ним. Давай, давай. Да. Назад, назад, назад. Вдвоем и так на него шли. Внимательно, внимательно смотрите, бровки. Спокойно, спокойно. Лучше. Ну, ребята, пиздец. Вы что творите? Давай, собрались. Говорю же, повнимательнее, зачем? Хусан, ты думал, что Сега, я... Сега, стой секунду, Сега, не должен ты был туда выбрасываться. Хусан, ты думал, что я с ним там буду, да? Поехали, быстро, давай, давай, все, все, не будем сейчас выяснять, кто думал, кто не думал, давай. В перерыве скажете, кто думал, что. Иди нахуй. Вить, не теряй в таких ситуациях, пожалуйста, хорош. Ну кто, ну, давай только не ты это будешь делать. Ну кому ты даешь? Желтый. Ну сыграй ты в центр. Сыгай. Соберись. Хорош, тихо. Не время, блядь, расклеиваться. Давай. Хорош. Нормально. Саня, забегай. Да, там забегать я постою. Давай. Спокойно, не торопись уже. Он еще. Уже давал. Ну зачем ты вас? Ну, ладно, ладно, хуй с ним, пускай так будет. Я думал, первым отдам. Кончика. Давай, ребят, до перерыва нужно сравнять счет, блядь.
смотрите ближних. Забегающий, смотрите, ребят. Хорош, Коля. Ой, Коля. Кто-то будет. Сосис. Хорош. Маргусь. Блядь, я зависаю. Навешивайся. Правильно все. Еще. Подбор возьми. Возьми, возьми, Сосис. Хорош. Забегу, они кроют второй. Блять. Блять. Нормально. Подбор, давай, 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 Сега. Давай, Эйк. Хустин. Видел там. Спокойно. Ближе, ближе, давайте. Соп открыт. Ну, был, был же. Бля, я в четверых стою, Эйкви. Я иногда специально убегаю, чтобы ты отдал ЦОПу, чтобы ЦОП закрыли. Подбор! Это спокойно, спокойно, не торопись. Отлично. Можно было продолжить центр. Да, наверное, надо было хороший в центр. Второй. Я думал, все-таки Коля все-таки вытащится отсюда. Второй темп. Давал. Я ближний. Это внутрь. Быстро, давал. Ближе, дальний, да смотрите. Давайте на дальний. Давай, быстро, там... быстро, быстро, тихо. Тут один все кроет. Блять. Подбор. Ну как это так, блядь? Меня притянуло. Назад, назад садитесь. Держи, держи его, Эки. Хорош, спокойно. Нихуя себе, я вперед давал. Все, хорошо. Снова на уму. Лучше так, лучше так, нормально, нормально. Давай, давай, мужики. Прибавлять надо. Спокойно, не пробегай мимо. Блять, надо. Хорош. Ребят, соберитесь. Ну встречайте, кто-то уже должен выходить. Хорош. Хорошо. Все, пошли спокойно. Идем. Есть дальше. Хорошо. Хорош. Я на дальнем. Дальний, ближний. Ребят, давайте угловой, только, блядь, не засрем опять. Не идет у нас пока, давайте. На скорости 198. Ну что мы сегодня разыгрываем? Так вы разыграйте на весте. Так, хорошо. Нет. Все, не надо сейчас выяснять, блядь, что там и что там, блядь, уже все подали. Будьте жевать в этот момент один. Хорош. Давай, мужики, до перерыва надо сравнять. Хорош, Коль. Хорош, Коль. Подбор. Давай, цепляемся, цепляемся за мячи. Ниже, ниже, ниже. Выиграй. Хорош, подбор. Забери, забирай, забирай, забирай. Да ебаный в рот. Наш, по-моему, будет. Хорош, хорош. Давай, давай, мужики, еще выходим, выходим. Саля. Блять. Сега, это в тебе целился. Да я дай понял. Выиграть, 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 выиграть. Хорош. Ну, блять, ну. Второй темп. Там первый не закрыт был, поэтому я и. Блять, ребят, ты? Ну это зашквар. Да это FIFA не зашквар, нахуй. Говно ебаное, блядь. Я второй там не держал, потому что на первом никто не держал. Он просто пнул бы на. Поехали, поехали, давай, давай, давай. Матч не закончен еще, блядь. Надо вытаскивать. Давай попробуем момент создать, еще один опасный. Надо забить, забить. Лич, надо. Блять. Это мудак выкажется. Давай, давай, давай. Без принта только смотрите, не обрежьтесь, нахуй. Прострелю. А, нормально было. Интересно. Дошло бы. Выиграть, 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 выиграть. Я с ним. Давай, 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 давай. Нет. Надо собираться, ребят. Надо собираться, ребят. Линия обороны, пожалуйста, друг друга не теряйте. Давай, мужики. Мы сейчас разводим. Мам, может, да. Забросить, я думаю. Тогда давайте, тогда надо, чтобы вся линия атаки бежала. Давай, забросьте, только знаете как, на Сашу и на фланг при этом. Какой фланг? Сейчас посмотрим, какой-то фланг свободный будет. Кто там будет стоять рядом. По диагонали, рядом. Короче, он имеет в виду. Если Коля или Витя там, да, по диагонали, давайте попробуем.
Коля, а ты, если на Колин или на Витин, вы далеко от него не уходите, от Саши. Давай, мужики, собрались. Просыпаемся, давай. Так, кто у нас забегает? Коля будет забегать, получается. Отойдите там, кто там в центре. Подождите немного, пусть забежит. Пошла. Коля твой. Нормально. Навесьте, пожалуйста, сходу. Подай сходу прям. Хорошая подача. Нормально, хуйся, хорош. Есть момент. Нормально, давай. Лучший, Коль. Сосиску оставлю на втором. Да, я хороший еще. Наш. Давай, мужики. Вася, поменяемся, давай. Блять, ладно. Стой. Скидывал. Нормально, давай, ребят, постараемся забить. Не останутся, они вперед не идут. Сзади-то что у нас было, что? Ниже, быстрее успевать, а вы сдерживайте, пускай наши успеют возвратиться. Хорош. Сука. Нормально, давай. Тактик фол, ёпта, тактик. Блять, игроков, смотрите, подошел, вон большой подошел, смотрите. Спустите еще кто-нибудь. Я пиздюк, парни, меня вообще сюда, блядь, здесь не должно. Коль, забери тогда ты его, Колян, спустись, возьми. Сега пусть на твое место поднимется. Ну вы что, издеваетесь, что ли? Ну а что ты хочешь? Там просто никто не сел. Там нет никого. Там просто вверх проебали и подбор тоже проебали, просто потому что их там было не меньше, чем наших. Поехали, парни. Время еще есть. Давайте. Можно закомбэчить спокойно. Пенальти. Так. Хорош. Давай, ребят. Кто будет бить у нас? Витя? Могу ударить. Потом пусть Витя будет ударить. Пускай Витя ударит. Забирайте сразу мячик. Надо забить сначала. Хорош! Берем мяч, давай. Давай, мужики, давай, еще забить нужно один. Еще забить нужно два, а потом еще два. Да, еще три можно забить. Давай, мужики, собрались, главное. Прессинг, главное, сейчас надо включаться полностью. Смотрите, только не выбрасывайте. Ребят, блядь, по-братски, я вас очень прошу. Прессинг — это полностью прессинг всей команды. У нас такая дырка в центре образовывается, когда все прессингуют, а защита нихуя. Играй, давай. Ну, ребят, постарайся, давай что-то довести. Один в три я был. Штрафной. Не мог попробовать на финтах что-то вывести, но лишний. Хорош, сосед. Блядь. Хорошо, наш. До конца. Не дали пасы сделать. Назад садимся. Хорош. Точнее, мужики, давай. Хорош, Коль. Еще забери. Хорош. Колеса, давай. Давай, Сега. Хорош, спокойно. Вот чмо, бля. Есть внутрь. Ведь пробуй. Сань, давай, мужики. Сань, на дальний иди сейчас. Давай, ебать. Неплохо, нормально. Выиграть. Их уже 4 в атаке, ты прикинь. Хорош. Пользуется этим. И с фалинами так было. Да, стамина уже нету. Сходов в центр не дали, поэтому не успели добежать. Поэтому сейчас. Почти точно, мужики. Давай. Саш! Лучше! Так, блядь. Проклятие, ебаная, блядь. Ну как? Блядь, 75-й, где нахуй? Приду. Фул стамины просто нет. Ребят, ну забейте, пожалуйста, блядь. Ну легче сейчас будет, они сыканут. Сейчас забьем. Для времени мало, пиздец. Сейчас мы меня можем... тянет? Значит, что? Стопудово есть. Сейчас. Петро, значит, есть дальний. Есть. Бросай нахуй. Нахуй. Блять, да что такое? Пенальти,
подача, может. А, пиздец, нормально. Откуда у меня дальний, я не знаю. Ладно, похуй, надо переживать моменты. Есть откуда, дальний, откуда? Все есть. Давай, ребят, надо создать с этого что-нибудь. На пусть и бросать? Да. Бля, ну попробуй. Побыстрее, ребят, играйте, ну чё ж вы? Спокойно. Куда? Забить! Бери мяч, бери мяч! Давай, сейчас еще дам два. Три даже, потому тихо, что... Тихо, давай, ребят, задача еще один осталось, поехали. Какой один осталось, ты охуел, что хотя бы я? Сравнять, давай, блядь. Поехали. Давай, давай, только дальше. Победа. Саня, так. Только победа. Хорош. Обратно. Ну-ну-ну. Спокойно. Нормально. Нормально, давай. Линию, смотри. Правый фланг, правый фланг. Напряженно там. Нормально. Так, Пепси, по флангу, давай насчет раз. Вот так. Твою мать. Ну что ты сделал-то? Да нормально он сделал, все. Сказал же, Кость, выиграть. Он правильно все сделал. Кость, обратно, блин. По моменту, по крайней мере. Пидрил. Давай, мужики. Хорош, второй темп. Вы второй. Нормально, пойдет. Давай, еще вышли на линию. На линию вышли. До 75-й я... Пепси, так. Выиграть голову. Не вижу себя, бля, пиздец, аля. Хорош, Вить, попробуй. По игроку Пепси, надо сразу убегать назад, что, чувствует. Будет? Нет. Не будет. На радаре не видно, Олег, серого. Второй темп, смотрите, вот, блядь, не смотрите же. Второй темп, я полностью смотрел сейчас. Теперь разобрать. Внимательный пас. Давай, сейчас катать-то они будут. Хорош. Вот. У них один вылетел. Возьмите. Нет, не вылетел. Киви. Второй останусь. Забей нахуй! Да! Хорош! Блять! Сосите, блядь! Это как там вообще залетело? Поехали! Давай. На запись надо будет посмотреть, блядь. Спокойно. Интересно. Вот она, блядь. Так же. Выиграет, наверное, блядь. Тихо. До конца беги с ним, не тормози ты. Съешь его, пожалуйста. Хорош, Олег. Олеж, давай по Витиному. Витя, ебаш. Вить, блядь, подбор забирай. Хорош. Еще. Не убегайте вперед, мы еще не выиграли голову, вы же вперед ломитесь, блядь. Под тебя все нормально. Должен же был забегать. Правильно? Хорош, Коль. Ну видишь, мы еще не выиграли, блядь. Саня, вперед. Не про это, я под тебя просто открывал. Все, хуй с ним. Саня и Коля, вперед говорю, что не слышите? Давай, отнимайте. Второй темп. В центр. Второй темп. Хорош. Офсайд. 85-е, парни. Давайте зажимать. Пошел. Все вперед, вперед, атакуем. Да, ну нет. Заберите, пожалуйста. Назад садитесь. Еще, ребят, блядь, давайте атаку. Хорош. Тихон. Коля. Ебать, ну так. Ух, ебать. Куда ты в подкате летишь? Да. Саш, выиграй. Наш. Нет, не наш. Ребят, забрать мяч надо, блядь. Коль, вы хотели, они тоже выиграть хотят. В атаку идем. Провести надо в атаку это время, все. Блять. Что было? Заброс. Наш же мяч. Заброс можно ебашить. Да, давайте, все вперед. Подожди, ну только вперед. Трое сзади. Братарь, я тебе отдам, передам. Кому? Олегу, что ли? Зачем? Блять, ну давай. Пойду. Вы что ты делаешь? Да, пускай. Мы здесь посмотрим. Я пойду, блядь, что я делаю? Нахуй ты здесь, Саня, так близко? Нахуй ты забрасывай. Я на дальнем. Давай, на дальнем. На дальнем лучше. Спорит только. Давай, быстрее, сразу на 2-1, пошли. Ой-ой-ой. Назад, стрелы. Садитесь все. Странно, я думал, что такое. Я тоже, кстати, думал. Выбей. Не торопи ты его. Ладно. Статистику это была хорошая игра. Статистику сделайте. Это была хорошая игра. С трех ног хотя бы. Слушай, тут атакую. Погоди, а у нас что там еще дальше сейчас? Это же... Что? Это РКПЛ. Это Лига. Это, слушай, Эква, обычную, ну, я индивидуальную статистику пройдите, все, давайте. Один не точно есть все-таки. Не дожали их нихуя. Ну,
Ну, блядь, мы 3-0 летели вообще-то, Сань, ты зажрался. Подождите, кто там еще, кто-то со мной пишет, потому что у меня крутится время, 9876. Да, это что они сделали тебе такую. Потому что будет сейчас дополнительное время. Давай, продолжай, мы башить, пацаны. Кто остался? Кто не вышел? А статистику успели сделать-то? Алло. А, я сделал. Сейчас сделайте. Блядь, они вышли. Сделайте статистику и все. Я сделал. Бля, они вышли, ты прикинь? Да не прессуйте вы их, бляди. Почему? Ну, чтобы не вышел. Сейчас, да нахуй играть-то, ебать. Давай. Клен. Блядь, нахуй это делать, я не понимаю. Я тоже, я вхожу. Сделал скрины, нормально. Что да я сделал, успокойтесь. Скрины, кто мешает? Я сделал уже, успокойтесь. Все? Отдай мне. Можно выходить? Долби, блядь. Я ж медленно делаю, как Саша попросил. Бля, лол, успокойтесь, я сделал же всю стату, всю хуйню, блядь. Я что тоже вы не понимаю, что за паник. Такие переживания, как будто, блядь. Орёте нахуй. Егор. Егорка, блядь. Попросит, пойдет вперед этот парень, блядь. Посмотрите, посмотрите на него, блядь. Прирожденный форвард, нахуй. Киви, куда ты ливнул, блядь? Готово. Играй, блядь. Он скрины делал. Какие скрины? Поехали, блядь, хорош. Серьезно, мы с ними играть будем сейчас, да? Нахуй мы с ними играем, я понять не могу. Я тоже понять не могу. Я сначала обосремся, нахуй. Блядь, давайте выйдем. Они скрины сделали. Скрины сделали. Если бы они остались, можно было сыграть. Олег, через пас, через пас, Олег. Понял, принял. Найс пасы, блядь. А они фарочек остался? А вы что, гоните? Вы тоже что ли ливнули, блядь? Да. Все, выходим все. Че вы, блядь, играете? Вам что, пиздато против ботов играть, что ли? Может, нам мы забили, играем? Блядь. Молодцы. Скрины, пацаны, скрины. А, да-да-да, скрины, давайте въебем сейчас, блядь. Вот сейчас надо делать скрины, блядь. Написано 1-0. 4-3, ну а, ладно. У меня 4-3 написано. Ну, написано, я типа вышел, а... Ну, вы молодцы, а мы вот останемся играть. Баба, ФФА, говно с баговной. Жесткие пацаны остаются ебашить дальше, до конца просто. Я не жесткий, я мягкий. Не сдаются, блядь, парни. Вы, блядь, что-то сдались, парни. О-ля-ля. Нихуя он финтит, блять, а? Нахуй. Вить, покажи им, как надо. Ну, давайте все. Я пошел. Пока. Давай, покедова. Пока. Давай. Завтра с дизелем, да? С дизелем? Да. Мы дома играем, если что. После дизеля идет креатив. Вы будете уходить? Так, нет, нет, мы играем. Отстань. Мы просто ебашим. Хорошие пасы. А с кем мы 4 старс играем, кто не знает? А, так. Блять, не помню. Ребят, я пошел. Ой-ой-ой, нихуя там кипчик. Завтра мне не будет. Алло. Алло. Куда ты, Олег, уходишь? Хорош, я Киви, до конца, блять. Заебал. Да, мы играем. Давай. Чекайте, 3-2-1, блядь. Мы играть не будем? Олег в публике. Мы играем уже. Киви, давайте, пока-пока, до завтра. Ребят, блядь, ну, давайте, выходите. Ребят, народ сидит, ждет, что вы делаете-то? Или мы сейчас просто пойдем? Да что делаете-то, я не пойму. Да ладно, блядь, 15 минут осталось. Хуйней занимаетесь, блядь, честно скажу. Не понял, куда ты, Олег, пошел? Осталось двое. Разбирай, первый тайме, блядь. Давайте так, играть. Хустя, не уходи никуда. Нет. Дизель он пошел разбирать. Какой дизель сейчас... разбирать, блядь? Если есть возможность играть, играть давайте. Разбирайте в свободное время. Олег. Ау. Ну не надо ничего разбирать, давай играть. Разберешь блядь, в свободное время. Времени не будет разбирать. Понимаешь, я сейчас это выследил. Если а ты вместо меня сделаешь это, то давай. У нас завтра КВ, кстати, есть какие-нибудь? Дизель. Мы с тобой там разбой, Дизеля, давай поиграем. Ну и 400. Костя, ты кэп. Блять, Ростурист. Ой, блять, Олег сейчас чуть плюху не пустил. Да, дырка грибоедов. Пускай не забьют нам. Вы выйдете или нет? Чего мы сидим? Алло. Я тоже не понимаю. Видите, уже вышел, например. И там двое осталось. Ой, блять. Ну, вся команда сидит, вас двоих там. Блин, не, ну он правильно все по делу-то говорит. Ну что, вам сказал, это победа подаст? Эти 5 минут не принципиально, но пенки это весело. Я не знаю, что все на говно исходили. Вот я именно, вышел, блядь, только потому, что мне отойти надо было. Я выхожу, потому что я пошел хавать тогда.
Алмаз, стань, но...